Так, там у нас вдалеке Глоксиния Снежная Королева. Так, поближе. Вот она. Прекрасная расцветка, хорошая всегда розетка, крепкие цветоносы, крепкие кусты. Замечательная Глоксиния, один из самых популярных сортов, но, к сожалению, она очень тяжело размножается, вообще не хочет размножаться, и крайне тяжело ее всегда развести. И каждый год на продажу у меня получается 5-6 штук, не больше, потому что она как-то очень капризно себя ведет, клубеньки дает маленькие, и поэтому на продажу ее редко бывает. В этом году вообще чуть не потеряла ее, вот осталось 2 кустика. Вот этот кустик расцвел вот так вот в темном варианте, темно-сиреневый. А еще она бывает расцветает в светлом варианте, тоже интересная окраска, горло более темное, а сам фон цветка, лепестки чуть-чуть такие сиреневатые, тоже хорошо. И этот вариант мне нравится, и светлый вариант тоже мне нравится. Так, кустик вот какой он хороший, всегда крепкий, листья жирный, цветонос крепкий. Снежная королева. Так, замечательная глоксиния.